Привет, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и я хочу у тебя спросить, помнишь ли ты вот это? Гору случайно удалил один листочек, не знаю, что строить, он горит, раз, два, три, поехали. Да ладно, ничего страшного. Что это труба, торт, не знаю. Торт! Труба, торт! Кто-нибудь еще угадает? Старые добрые времена и старая хорошая рубрика «Угадай постройка!». Поэтому в этой серии я решил немножко вернуться в прошлое, конечно, один. Но если мы наберем 25 тысяч лайков на этой серии, то я обещаю, что следующая выйдет с кем-то. А с тем, кто в данный момент живет у меня в квартире. И это не Жека, и это не Игорь. Вот, наберем 25 тысяч лайков, вы узнаете, кто это. Хотя, мне кажется, и так уже многие знают, но все же. Серия будет интересная, я также планирую в будущем записывать эту рубрику с подписчиками. То есть, вступай в мою группу ВКонтакте, потому что там я буду писать за полчаса до начала записи, мол, на каком сервере я сейчас нахожусь, в каком лобби я сейчас нахожусь. Заходите, вместе с вами мы сейчас заснимем эту серию. Поэтому вступай в мою группу ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании. И в следующий раз ты сможешь засняться у меня в ролике. Если, конечно, следующая серия выйдет. У нас 9 из 10 игроков. И у нас будут 9 построек. Я сразу первый? Так, подожди, мне нужно построить, что? Хей, бастоп, лимонад стенд. Какой лимонад стенд? Хей, это же... Какой бастоп? В смысле? Ребят, вы понимаете, что мне нужно построить? Мне нужно построить автобусную остановку. Я даже не выбрал постройку, вы что там охренели, ядрёна мать? А как мне это строить, у меня такой вопрос. И мне кажется, никто даже не угадает то, что это автобусная... Нет, кто-то угадал. Один человек угадал, что это автобусная остановка. Ха-ха, зашибись. Так, бас. Давайте я просто напишу бас. Автобус, бас, автобус по центре. Автобус, бас. В чате пишут автобусная... Табличка, какая автобусная табличка? Автобусная остановка. Так, ладно, ничего, у меня одно очко. Я хотя бы одно очко уже заработал. Давайте, второй раунд. Мне нужно угадать, что построить этот человек. Давай, начинай строить, у него есть 2 минуты, чтобы что-то построить. И мне за эти 2 минуты нужно угадать. Как видите, справа там показывают вот в том углу. Там показывают, сколько у каждого человека очков. У меня пока одно очко. Что он строит? Колесо. Наушники. Колесо! В смысле? Ребята, это наушники? Или что это? Это коляска какая-то? Шоппинг-кар. Не, кар... Ребят, что... Так, смотрите, если вы догадаетесь, что это такое раньше меня, напишите в комментах. Мол, Эдисон на такой-то там секунде была такая-то там постройка, потому что я пока не понимаю, что он строит. Тележка какая-то. Тележка, нет, это не тележка. Вот ты догадался, что это такое? Потому что я пока еще вообще ничего не понял. Он ставит что-то красное. Я понимаю, что у него слишком бурная фантазия. Он, наверное, там себе напридумывал в голове, что это как... Так, что это такое? Покажи, что это мне так... Тинти... Это тинти-пушка. Как я должен был догадаться, что это тинти-пушка? Он... Тинти-пушка! Вот тинти! Вот как выглядит... Кстати, оцените мой задний фон новый. Я уже вторую серию подряд. Вот как тинти выглядит. А что... Ладно, а почему нельзя было просто тинти поставить? Так, у этого человека есть 2 минуты, чтобы что-то построить. Но он пока вообще не тютю, он даже ничего не ставил. Подождите, а что он делает? Он вообще даже до сих пор еще ничего не построил, он просто летает. У него слово из 5 букв. Кто-то угадал даже, в смысле, как кто-то... Кто в чате угадал? Что ты строишь, дебилус? Как 2 человека уже угадало, что это такое? Вторая буква Т и последняя Р. Флауэр. Нет, вторая... Тентинтич... Отр... Кого я таких слов в принципе не знаю? Я слишком тупой, чтобы знать слово, которое начинается на От, заканчивается Р. Что это? Отр. Я не знаю. Это вишни? А, это вишни были! Ну, извините, я на английском не знаю, как называются вишни. Я надеюсь, что это вишни. Мне нужно сейчас будет перевести в Google переводчики. Ладно, бабенция, давай начинай строить. Что это такое? Это табличка, это картина, это какая-то скамейка. Что она делает? Скамейка, дом? В чате пишут дом. А, я даже с русскими играю, нормально. Коробка. Нет? Сундук. Может, это сундук, кстати? Подождите. Сундук. Нет, это не сундук. В чате пишут орехи. Ты дурак? Разве это похоже на орехи?
Какие орехи, дебил? Теплоход, катер. Катер, дом. Что это такое, женщина? Нет, я не знаю, ребят. Я сдаюсь. Я просто... Мне даже интересно, что это. Это отель. Это был отель! Так, самый такой большой задрот на этом сервере. Что ты строишь? Это нога какая-то? Это... Нет, это не нога. Чувак! Первая буква П. Что ты... Нет, слишком сложная для меня мини-игра. Ребят, я не понимаю, что они хотят вообще изобразить. Что это такое? Почему одна... Как люди в чате угадывают этот дебилус? Where were you? Как? Я понимаю, что у него 11 очков, но он слишком какой-то огромный задрот. Если это ноги, то почему тут нога в эту сторону, а тут нога в эту сторону? Это инвалид какой-то? Нет, это не инвалид. Пей, папе... Кого это реально? Папе рос нафиг! Пайпейпер. Бумага. Пейперклип. Что такое пейпер... КОГО?! Да, давай. Угу. Что ты строишь? Это колодец какой-то, да? Нет, не колодец, это... Это пот. Нет, это... Это же вот эта фигня, это же ваза. Нет, это уже не ваза. Вот если бы тут не было Как люди угадывают, не могу понять. Что? Опять вишни какие-то. Опять оттер какой-то, вишня. Я по-испански начал разговаривать, пока играю в эту мини-игру. Господи, что ты... Клауд, Клауд. А, я угадал! Ребята, это был... Это облако. Он... У него тема облака. А зачем ты сначала вот эту хрень построил? Что это? Это облака? Вот! Облака! А вот это... А вот это просто два квадрата. Вопрос. Что они строят? Это бассейн. Бассейн. Пул. А, это пул. Пул. Пул, угадал. Три очка. Ебой. Тащим катку по центре. Так, ну это был бассейн. Ну, хорошо. Тут хотя бы он нормально изобразил то, что это реально бассейн. Опять чикса какая-то строит. Если ты сейчас построишь коробку и скажешь, что это теплоход... Я пожалуюсь на этот хайпиксель, что дебилы играют. Это два блока в небе, летающих. Угу. Факел. Сигарета. Это не сигарета? Что это? Дымоход. Дымоход. Нет? Чё? Это... 2-2-8 папиросим или что? А, это воздушный... Это шарик? Это шар! Это воздушный шар! А то только как это написать? Балун, балун, мамалун! Воздушный шар! Я не понимаю, честно. Это похоже на воздушный шар. Я надеюсь, что это воздушный шар, что я угадал. Что это? Это парашют! Это парашют! Твою мать! Ну ладно, у меня какое... Шестое место! Ладно. Ладно, хорошо, так уж и быть. Я надеюсь, что все же следующая серия будет, потому что когда я буду играть с кем-то, кто будет сидеть рядом возле меня, и он, допустим, даже мне будет строить на какой-то отдельной карте, я буду угадывать, мне кажется, намного даже интереснее будет, нежели вот эта мини-игра. Поэтому, если хочешь следующую серию, ты знаешь, что делать. А я пока буду опять угадывать, что этот чубзилет строит. Это новая игра, я надеюсь, что я тут хотя бы смогу затащить. Это дерево, не? Нет, не дерево? Но я пока не... Это телевизор, да? Нет, это не телевизор. Как люди уже угадывают, я не могу понять! Ай! Это флаг? В какой фланг? Нет, это не флаг. Что? Баннер тут, я же написал на русском баннер, почему...
А почему я не могу писать на русском? То есть только на английском. Какие-то слова засчитываются и на русском, а какие-то только на английском. Что ты строишь, мадмуазель? Это вот эта девушка... А, это не девушка, это скелет какой-то, ладно? Я чувствую себя каким-то... Нубик! Нубик, ты ничего не можешь построить! 4 буквы, ты не можешь угадать, Нубик! Что ты хочешь? Снег, это же снег, нет? Зима! Это не зима, а? Нубик, это снег, это не снег. Что же это тогда? И как люди угадывают, у меня такой вопрос, подождите. Ребят, вы понимаете, это, подождите, сразу первая ассоциация. Это или снег, или это зима. Это не снег, и это не зима. Я не знаю, что он построил, что это такое. Это в... А. Это Ребят, это была шерсть, просто шерсть, он ставил шерсть, и это реально шерсть. Ватербаллон, это хоккей, это маус, это мышка. Давайте мышку построим, я не знаю, мне кажется, мышка будет слишком просто, поэтому как раз таки давайте. Опа, мышка, оп, 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 оп. Нет, подождите, мышка, вот, мышка. Хай. Давайте по центре угадывать, это мышка. Это маус, не Red, а маус. Мышка, пацаны, маус. Дебилы! Ну так люди угадывают маус. В смысле, а почему? Почему у меня постройка хоккей? Я ж выбрал мышку, почему мне хоккей загадали? Чё за хрень? Ребят, я какой-то идиот. Или я идиот, или я не могу понять. Подождите. Так, окей. Я ничего не делал. Я выбрал постройку мышка. Но почему-то мне дали постройку хоккей. Да, это хоккей. Чувак в чате угадал, только он неправильно написал. Да, кто-то угадал. Кто-то полностью уже угадал, хорошо. Пацаны, это хоккей. Да, все. Мне кажется, многие уже гадали, да. Тема была хоккей. Браво. Следующий уровень. Земля, да? Это земля. Это просто земля, не? Нет, это не как в прошлый раз, когда там была шерсть, я такой, это может снег, а это шерсть оказалась. Нет, что это такое? Грейвстоун. Нет. Это же могила. Это могила. Кладбище. Похоже. Да! 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 Где? Первый угадал, это кладбище. Ебой, хотя бы где-то я первый. Опять эта чувачиха, давай, начинай строить. Давай, я жду. Что у тебя тут будет? Давай, как... Это время и стекло. Нет, это не время, это бутылка. Да дай мне написать бутылка. Подождите, стакан. Раз, два, три. Бутылка. Мне нужно 3 секунды ждать, чтобы написать снова что-то. А, это сок. Это джуз. Это сок. Это виноградный сок. Да? Это джелли. Да! Это вот этот лизун. Фу, я угадал. Ну, как бы не на первом месте, но все же я угадал. Это последний раунд. Да, это последний раунд. Слушайте, 4-е место. Ну, уже неплохо, учитывая то, что я первый раз в жизни играю в эту мини-игру. Сначала было 6-е, сейчас 4-е, значит следующий уровень должен быть уже какое-то 1-е место. Давайте проверим. Ладно, ребятки, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Я вам уже сказал, если вы хотите следующую серию с кем-то, вы знаете, что нужно делать. Если наберем 25 тысяч лайков, я обещаю, сразу же выйдет следующая серия. И плюс к этому всему, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании, чтобы всегда принимать участие в записи ролика. В следующий раз, когда я буду играть на этом сервере, я напишу в группе заранее за полчаса, за час, что, мол, заходите, поиграем вместе с вами. Я вам всем скажу огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!